О юной жительнице села Пешково Насте Холоден наши корреспонденты рассказывали 2 года назад. Девочка родилась со спинномозговой грыжей, перенесла операцию, а в 2-летнем возрасте начались проблемы с почками. Сейчас диагноз Насти звучит как хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. При таком заболевании жизненно необходима процедура гемодиализа, которую Настя и проходила в областном центре несколько лет подряд. Тогда, 2 года назад, целью сюжета было помочь девочке приобрести циклер, аппарат, с помощью которого происходит очищение крови. И вот в августе 2018 года он наконец появился в доме Насти. Это стало возможным благодаря Росфонду совместно с неравнодушными людьми, которые перечисляли денежные средства на счет девочки. Это в разы облегчило жизнь Насти и ее мамы. Ну, раз в сутки подключаем, утром я ее отключаю. Получается, цикл идет 12 часов, ну, в среднем 12 часов. Но бывает, когда он тревоги выдает, там 13 часов с хвостиком, такое вот. Потому что малейший там перегиб на ней вот системы или что-то такое, оно сказывается и выдает тревогу, он пищит. И добавляет время процедуры из-за этого. Все бы ничего, но в селе периодически отключают электричество. В связи с этим процедуру гемодиализа приходится производить вручную. Это приносит неудобства не только девочке, но и самому дорогостоящему аппарату. Из-за подобных скачков он может прийти в негодность. Помочь решить данную проблему мог бы электрогенератор. Нам нужен сейчас генератор для того, чтобы, когда отключают свет, можно было пользоваться аппаратом и делать также процедуру, не прерываясь. Надо отметить, что за 2 года, которые мы не виделись, Настя практически не изменилась. Такая же улыбчивая маленькая девочка, хотя ей уже 14 лет. Ты можешь рассказать вот свой день? Что ты делаешь вот с утра, начиная? Вот чем ты занимаешься? Как проходит твой день? Смотрю телевизор. Сначала, как просыпаюсь, молитвочки читаю. Потом кушаю. Потом во что-то играю. Занимаюсь. А во что, например? Чем ты вот увлекаешься? Ну, разукрашиваю. Раньше в куклы играла, сейчас почему-то не хочется играть в куклы. Ну, сейчас больше сижу, телевизор смотрю. Девочка находится на домашнем обучении, но, к сожалению, учителя не часто приходят на занятия. Поэтому многое уже и подзабылось. Скажи, какой тебе предмет больше всего по душе? Английский. Что-нибудь можешь сказать на этом языке? Забыла все. Почему? Потому что давно не занималась английским. Учителя очень редко ходят. А почему тебе нравится этот язык? Легче всего, чем русский и математика. А он тебе больше дается? Ну, в смысле, ну тоже просто сложно сейчас, но все равно больше нравится почему-то. Также Настя рассказала о том, что учитель задал выучить стихотворение Пушкина, но проверять не стал и поставил оценку просто так. Девочку это очень огорчило, ведь она старалась, поэтому мы попросили прочесть его нам. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. К сожалению, болезнь Насти прогрессирует. Из-за почечной недостаточности страдает костная система, а также многократно превышает норму давления. Анализы пришли, парад гормонов сделали ей в прошлом месяце, вернее, в этом месяце, в марте. Сказали, что фосфорно-кальциевый баланс нарушился, и нужно увеличивать дозу кальция, потому что может ломкость костей, то есть у одного ребенка уже диализного ломаются кости, просто даже вот, ну как, можно лежа поломаться кости, могут так. Это остеопороз начинается. Вот, ну... Сейчас стремимся так, стараемся не нарушать как бы диету, так чуть-чуть, вот, чтобы все было более щадяще, все, и кальций увеличиваем, а продукты, которые фосфор содержат, ну, исключаем. Несмотря на все неприятности, Настя не перестает мечтать. Если раньше она любила играть с куклами, то теперь увлеклась астрономией. Я мечтаю поехать когда-нибудь в планетарий, чтобы рассмотреть все планеты, звезды. Я очень увлекаюсь планетами, звездами, по интернету все смотрю про космос. Очень люблю про такое все. А какие ты знаешь планеты? Почти все Солнечной системы. Правда, забываю, ну, не знаю. И даже это за пределами Солнечной системы некоторые знаю. Ну, можешь назвать несколько? Сейчас Юпитер, это в Солнечной системе, Марс, Венера, Сатурн, забываю все время, ну
за пределами Солнечной системы еще знаю одну планету Маки-Маки. Есть планета такая. Помимо этого, мама и дочка занимаются рукоделием. В их коллекции более 30 игрушек, связанных собственноручно. Здесь, между коробками с медикаментами, представлена целая экспозиция милых зверушек. А это с плюшевой пряжи. Вот она еще немножечко здесь незаконченные штанишки. У нее комбинезончик, комбезик. Вот здесь будет у нас еще завязочка. Можно, если не понравится мне, я сделаю еще, довяжу здесь, сделаю пуговки, петельки. Вот. И здесь звезда будет у нас как аппликация еще. Вот. Это вы сами придумываете фантазию? Вот звезду? Нет, там, это схема. Это мастер дает схему, а мы вяжем бесплатные онлайны. Также Настя увлекается алмазной мозаикой и старательно выкладывает из стразов лебедей. Одна из птиц уже полностью готова, вторая еще в процессе. Это занятие на усидчивость и усердие. Его иногда девочке не хватает. Когда готова будет, Настя, повесишь куда-то? Ну да, наверное, рамочку, может быть, потом еще купим и вставим в рамочку. Днем девочка ведет активный образ жизни и практически забывает про свой диагноз. Но приходит ночь, и вновь надо делать гемодиализ. Чтобы помочь Насте совершить эту процедуру, не прерываясь из-за отключения света, вы можете перечислить денежные средства на приобретение генератора. На экране реквизиты банковских карт и телефон мамы Насти Холоден. Также вы можете найти их на нашем сайте azovinfo.ru, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, YouTube и Instagram. Екатерина Четверякова, Александр Кучиц, Азов.Инфо.